30 день выехали вот наш шлюз рыбачить. Взяли с собой пляжи, сетку, ведра. Все. И желающие за нами следом едут. Карабаши, устинули. Просто очень интересно. Грибы сейчас батюшка собирает. Он целыми днями ходит, собирает. Рыбачить можно. С народом побыть на один час за 10 лет. За 10 лет прошу один раз. Сразу что-то начинает крутить, вертеть. Такие мы чужие друг другу или что это означает? Он бы сказал сейчас, сегодня пойдем на рыбку. Пожалуйста. Пойдем по стеклу, пожалуйста. 650 мест остановок было. Пожалуйста. Здесь ни одной. Поэтому, когда говоришь, покажи веру, по ним без сделки, а я покажу им сделку. Они там умирают в интернете. Я, как Павел говорит. Я более всех был гоним, более всех. Зачем он перечисляет? Чтобы побудить, что это по силам человека. Вон где находится дорога. Великовато. Андрей, хорошо, спасибо. Сегодня сляпал это дело без бордюра, я сделал, чтобы она была такая кривая. Еще в самом деле уже это кусок жира остался. Да ты надо думать, надо вот человека при первом заморозке все до одной машины пойдут в сторону, а держать это не за что. Трактор еще трактор, а это никак. Вместо благодарности Богу начинает все время подыскивать, все время не понимают, почему. После дождя лужица появилась. Выходил. А вот он и шел ночью. И что ему вокруг? Не обижать. Ни одного слова еще не сказал. Ни благодарности, ничего. Журавль вон он поднялся. Может, это не журавль? Зачем туда? На шлюз. На пляже.
Газель не вспомнил бы, ее не было. Мне камеру-то вашу давайте сюда. Когда мы там отойдем, всех заснял вокруг, и все тогда отрывай до места, когда мы дойдем сюда. Да. А мы ему там, вон там заворачиваем. Нет, там. Ну давай. Там на это. Ага, это настрой. Ага. Сюда. Так я вылезу. Не надо, стой на месте, стой. Вам не надо никуда. Вот так, Аля, смотри. А ты сзади, да, смотри, да. Эй! Ле, позови сюда, позови! Неинтересный народ, совсем. Я не пойму, что она тут пустится. Кроме пустится, здесь идет такая природа, смотри. Вот что значит пуповина ваша. Вы ее несчастной делаете. Она ничего не видит и не слышит, кроме вашей юбки. Да. Никого нету. Смотри, сколько людей ты никогда не видел. Это все сжалось, все как старуха. Да. Ну и все на этом. Решили, иначе нас решил показать всем деревенским, как мы тут с бренем ходим, рыбу вылавливаем. Эй! Идите сюда! Люба, Надя, идите сюда! Идите сюда! Так, сюда иди, засеть. Начали сразу сотники и щели. Так, смотри дальше. Сажу и разворачиваю. Это не один попал. Давай, давай. Я еще не грузил. Слушай, я не грузил. Я Игнатий выловил. О, вот что. Давай. Когда мы в лагере были, еще они были. Давай. И потом, Никита, там ботинок надо будет развернуть, когда зайдем. А, Сережа, ты знаешь, где ты пляж? Помоги ему развернуть. Поплавки сюда, Никит, на ту сторону. Да, поплавки туда. Ну ты подбери, подбери. Сейчас я смотрю, разберусь. Ну смотри, гляди. Подожди, вот он у меня. Еще ясное дело, что один раз перевернулся. Ну какая, какой ум-то надо здесь? Сережа, переворачивай туда. Палку вот так вот окрутите. Не, даже на одной стороне быть. Поплавки. Вот так, теперь положи сюда я. Переверни, чтобы видно. Поплавки сюда надо, на эту сторону. Во. Теперь посмотри, как она будет. Поплавки должны быть на той стороне. А? Мы же вот так вот, поплавки надо на эту сторону. Так, сейчас что делать надо? Что делать надо? Вот это вот развернуть вон туда вон. Да? Ну да. Так, бери, так, вот туда обходи вокруг, а ты сюда. Написано,
Друзья, это мы сейчас сделаем, знаете, что жизнь на земле зародилась подними, в мировоке. Вот это тоже. Может быть, поэтому в жаркий летний день у нас возникает желание обходить. Уходите. Давай. Уходи дальше. Сейчас развернуться, это немного надо. Так? Ну и теперь еще. Вот теперь она пошла как надо. Что тут батарейки сделали? Все. Хотя на месте. Ее-то надо будет развернуть. Я уже вообще не знал. Убрал. Не, когда я фотографировал. Исаак, туда иди, туда. Теперь давайте веревки у кого? Подходи. Смотрите, что мы делаем дальше. На берегу будут помогать тащить, потому что иначе не провернуть. Тут завязано. Посмотри. Возьми в руки вот это, держи. Вот, вот рука. Вот это с бахромушкой туда, да? Да, 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 на ту сторону. Пойдем. Вот теперь мы начинаем ему привязывать. Это длинная одна, сейчас покажу. Это вот кто хлопать будет, здесь возьми в руки. Вдоль берега будешь идти перед сетью. А вот это одну перенесешь на ту сторону, дашь. А там есть он? Нет, ну надо будет еще. Давай, подворачивай. Все. Дальше. Нет, нет, это не пойдет. Вот сюда вот. Надо как можно. Вот, все. Теперь ты это в руки бери и им занесешь туда. Желательно не мочить. Потому что им надо будет нести. Так, если можно было один пруд, потом вернешься к матне. Там надо привязали, нет? Давай. Все, давай. Хорошо поддел? Да, хорошо. Давай. Господи. Никита, Никита, подожди. Возле палки пройди возле этой вот. Поближе. И вон туда на берег наискосок пройди.